Меня зовут Саркис. Я переехал сюда в конце 2008 года. Я переехал из Армении, вот, потому что мои родители жили тут. Отца пригласили сюда работать, получается, дизайнером. Ну, он думал, Россия цивилизованная страна, Россия страна возможностей, что в России можно будет найти хорошую работу, хороших друзей, знакомых, возможностей. Ну, то, что это цивилизованная, продвинутая страна. Алла Екатерина, здравствуйте. Это курьер для доставки билетов. Вы на сегодня ожидаете ваш заказ? Сейчас мой папа сидит в тюрьме. На него построили вот это дело. Рублей к вам можно... А, ну да, до 300. И скажите, пожалуйста, от метро далеко находится адрес? Отлично, хорошо. Ну, ожидайте, как подъеду, я вам покажу. Тринадцатого сентября 2014 года, примерно 9 часов вечера, то есть, да, звонил мне мой друг по имени Фирус и говорил, что вот в этом пятерочке, где он работает, сим-карту торгует, то есть, да, его молодые ребята, то есть русские, то есть, избили. То есть, да, и в данное время, говорит, на улице ждут меня четверо, пятеро, вот здесь ждали, собрались, и его ждали вот тут, короче. Сейчас с лишним, то есть, да, он не выходил с магазина. Когда я пришел, 10 часов примерно вот здесь, то есть, да, встретились мы тут, недалеко от этого места, то есть, да, когда мы не обнаружили на улице никаких подозрительных людей, он вышел с магазина. Пока шли, были заняты разговором, то есть, да, вот здесь Фирус познал этих ребят. Пятеро их было, и одна девушка была. Все здоровые, здоровые такие, высокие парни, крепкие были, то есть. С ними разговаривать начали, я сказал, почему избили там, да, чего-то там случилось. Ну, зачем надо было это все, да. Это, ребята были пьяные, то есть все. Я по-хорошему нормально разговаривал, то есть у нас была цель только разговаривать с ним мирно. Они сказали, не, мы... Ничего там, мы этого ничего против не имеем, там сначала хорошо разговаривали, потом позвонили, позвали еще друга, то есть. И потом он пришел вот отсюда, то есть, да, все звали его Андрюха, Андрюха, во, Андрюха пришел. Идет вот так шел, кто здесь главный, кто, вы адвокаты, что ли, вот так он пришел, что там, туда-сюда. Короче, они уже начали уже по-другому разговаривать, когда Андрюха пришел, они оживились как-то, вообще взбодрились там как. Начали уже разминаться, то есть, да, вот так, уже начали руками вот так делать. Я понял, что сейчас что-то будет, то есть, да, они начнут драться. Андрей разговаривал с ним, сказал, ну, грубо он начал разговаривать. Чурка, не чурка, вот такие слова там, вы офигели, вы там, этот, наша территория, это там, такие слова были. И потом я подошел, я говорю, Андрюх, давай, мы уже решили, то есть, да, давай расходимся по-хорошему. Он резко вот так меня, убери мои руки, отойди, не подходи ко мне, вот так. Он начал орать на меня. Я говорю, ладно. И потом этот таджик подошел к нему, то есть, да, ты что громко, грубо разговариваешь? То есть, да, он попросил, чтобы он нормально вел себя. И за что он его головой ударил. Андрюха стоял, этого таджика головой ударил. И таджик его, этот парень его ударил, он упал здесь. И вот все это начал, вот отсюда и началось. Я вот здесь стоял, один молодой человек на меня напал. Ну, я отбивался, здесь пошел, отбивался, он упал. И потом подошел ко мне Андрей Байдаков. Я ударил, он отошел и побежал за этими маленькими, то есть они четверо. Я сразу дал команду, пока еще драка не началась, я этим маленьким дал команду, бегите. Они сразу убежали. Это Байдаков за ними побежал. Потом я узнал, что одному на плечо он ударил ножом. В этом направлении, когда мы бегали вдвоем, четверо туда убежали, мы вдвоем с
ним вот в это направление. Когда мы бегали, вот здесь на меня навстречу вышел Андрей Байдаков, этот, который нанес мне ножевое ранение. Он шел вот так руками, вот так шел, короче, в сторону печени он ударил. Я прыжком его оттолкнул вот так. И дальше побежал. Побежал где-то 20-30 метров. Я уже почувствовал сильную боль в области печени. То есть, да, я трогал, смотрю, там мокрое. И потом открыл, футболку открыл там, и там это была дырка, то есть, да, от ножа ранения увидел. Uno siempre ve lo malo, casi siempre lo malo es lo que más se resalta. Porque lo bueno es lo que uno lleva por dentro, ¿no? Y es lo que uno cree que siempre tiene que ser así. Entonces, lo malo choca. Si tú vienes desde otro país aquí a vivir, tienes que acogerte a las leyes. Tú no puedes pensar de que estás en tu país. Entonces, eso, las diferencias culturales también provocan racismo. Eso es normal. Porque ¿qué sucede? Si yo vengo para aquí y voy a hacer vida acá, primero, yo tengo que aprender ruso. Dos, yo tengo que saber las costumbres de este, para que no me choquen. Porque, por ejemplo, no sé, oye, digamos, en China, estar comiendo y detrás de la mesa eructar es normal. Aquí no, o en otro lugar, no, no es normal, ¿no? Entonces, todas esas costumbres chocan. Y para que no exista ese choque cultural, simplemente lo que hay que hacer es aprender a vivir en un país que no es tuyo. Es nuestro país. Как мне кажется, что просто вот Советский Союз вот так же в какое-то время там все были вроде как вместе, все одинаковые. Но потом опять переломный момент, ты такой, ты сякой. То есть программируют, можно так сказать, что если ты из другого места, значит, ты плохой, потому что они о тебе ничего не знают, как ты там жил, какие у тебя устои. Поэтому сначала все, ну, пока тебя не знают, могут относиться враждебно. Мол, кто ты? Мало ли. Как шпион. А потом, когда они понимают, что, в принципе, ты такой же человек, как они начинают открываться. Многие думают, что это кошка, но это медведь. Просто это в новом стиле. Одна сторона Россия, вторая – это Куба. У меня папа кубинец, а мама татарка, но душой все-таки я, наверное, назову себя русским человеком. Они говорили, якобы папа звонил, вот он был на этой территории, где эта женщина проживала, и был осуществлен какой-то звонок. Но звонка потом, как мы уже в протяжении вот всего этого времени, когда у нас были суды, мы выяснили, что не было никакого звонка. Получается, сами полицейские этот звонок выдумали и повесили на него.
Вот, они еще и готовы были взять с нас большую сумму денег, чтобы его освободить. Так, ну подожди, не трогай. Иди ко мне. Давай. Ну? Не хочешь? Туда зашел мой дядя, спросил, ну, что, как, почему так случилось. Они молча, ничего не говоря, написали на бумажке сумму, которую они хотели получить, и показали дяде. Ну, дядя, естественно, ничего не сказал, потому что он тоже испугался, что мало ли там сейчас, если даже были бы эти деньги, да, если бы мы заплатили им, может быть, его тоже задержали за это, потому что это же тоже незаконно. Вот, но дядя спросил, он говорит, а если, например, я вам отдам вот эти деньги, а кого вы возьмете вместо отца? А, и они ответили то, что неважно кого, найдем кого взять и закрыть в тюрьме. Каждый раз, всегда, когда я иду к ней, она заставляет меня ждать. Вот, я жду ее. Она все время там либо сидит, кофе пьет, либо чай пьет. И не работает, но не выходит. Женщины спросили, кто мог, например, совершить это ограбление. Она почему-то сказала, что это люди из Кавказа. Но самое странное то, что эти люди были в масках. И они там назвали какое-то имя, мусульманское имя, не армянское. Там либо Ахмед, либо, ну, я не помню. Ну, мусульманское это явно имя, потому что армяне так не называют своих детей. Вот. И она решила, что это какие-то кавказцы, либо, не знаю, там дагестанцы, либо чеченцы, либо, не знаю. Вот. И полицейские у нее спросили, сказали, а кто у тебя среди знакомых есть, не знаю, там кавказец, или кавказской внешности, или кто там, у которых есть акцент, например. Вот. И она сказала, вот у меня есть там... Армен, ну, мой отец, который работает у меня там дома, есть еще один знакомый армянин. Ну, а все и сказали, например, кто из них, ты думаешь, что неприличный человек, ну, не очень хороший. И она сказала, все хорошие, я думаю, что Армен, ну, не очень хороший. Почему она так это сказала? Потому что работы должны были завершить пораньше. А они из-за каких-то там проблем получилось то, что продлилось вот это рабочее. Вот. И она сказала, назвала имя моего отца, но она не сказала, что это он. Она просто сказала, что это может быть Армен, потому что среди моих знакомых есть вот кавказец. Вот. И его сразу же задержали. Аллаху акбар,
быть мусульманином – это смысл моей жизни. То есть, да, я не то, что был родился в исламе, и мои предки были мусульманами. Я сам к этому, размышляя, пришел. В Узбекистане я пару раз ходил на джума. Никому не секрет, что в Узбекистане верующие подвергаются к преследованию. То есть, да, ну, исламские, именно вот верующие мусульмане. Если говоря даже в простом о бороде, то есть, да, есть вот за эту бороду, вот за вот чуть-чуть у меня там, да, есть щетина, то есть, да, могут мне поставить обвинение терроризм, экстремизм. Репрессии, так как в Узбекистане нету, то есть, да, я здесь репрессии нету, как в Узбекистане. Семья Екатерины, хвала Всевышнему, относятся ко мне очень хорошо. Вначале они там боялись, исходя из этой пропаганды, которая против мусульман идет очень, ну, со стороны средств массовой информации, то есть, да, говорит, якобы мусульмане-террористы, когда увидели, Екатерина носит платок, то есть, да, так, входит в платке, мама сначала, она боялась, она говорила ей, что она боится, что она когда-нибудь взорвет куда-то там. О суде Фируз изначально был против написать заявление там другое. Он боялся, он испугался, почему мне вот очень много раз говорил, что это бессмысленно. И вместо того, чтобы наказать преступников, нас самих могут наказывать. Могут вот так, суды вот так. Мигранты сегодня боятся обращаться к сотрудникам правоохранительных органов, то есть, да, в суде заявление писать. Он был против. Ну, я его еле-еле убедил. Я сказал, что у меня есть адвокат, у меня есть люди, которые могут доказать мою правоту. Это очень удивило меня и моего адвоката, то есть, да, мой защитник Абу Суфьян Гайтаев выразил свое мнение, сказал, я исходя из своих практиков, то есть, да, видел, как, ну, мне пришлось много раз защищать мигрантов. Каждый раз, когда вот мигрант совершил точно такой же поступок, прокуроры просили для них реального лишения свободы, а не условные. А в этом случае прокурор просит, то, что просит он условное наказание, мне очень непонятно, что он, даже прокуроры начали разделять людей по национальному признаку. La hija mía, ella, cuando ella empezó en la escuela, que tuvo algunos incidentes, vamos a decir. Мне говорили то, что там ты черная, там, ну, обзывались там как черножопая, там, ну, такие обидные слова. Еще я пухленькая была, то есть ты еще, тебя еще и толстой называли, прям так обидно было, я плакала. Yo le dije a ella que tú, nunca tú ni agredas, ni nunca te metas con nadie. Ahora, si a ti te agreden, respóndele. Ну, я начала просто всех бить. Ну, лишний раз показывая, что, ну, не надо обзываться, потому что за это можно получить. Либо мы все одинаковые, либо просто не смотри в мою сторону. Claro, los niños son un reflejo de los padres, eso es normal, ¿no? O sea, que quiere decir que si un niño está diciendo eso es porque el padre lo dice en la casa. Y porque el padre vive acomplejado. ¿Qué pasa? Que yo lo que no quiero es
por un hecho que no significa tanto, tener que contarlo como para decir, sí, aquí hay un racismo tremendo. No, no lo quiero hacer. No lo quiero hacer porque yo no lo siento. Могут лишь смотреть, просто видно по глазам, что ну ты мне нравишься, но на больше никто не встанет, тем более если они видят, что ты не одна, а даже если одна, то я занимаюсь кунг-фу. Даже было такое, ехал буквально недавно, на днях я в метро ехала, и едет, ну можно так сказать, скинхед, но правда сейчас те скинхеды, которые сейчас есть, это совсем не те, которые были 10 лет тому назад. Но сам факт, что он сидел суровый и вот пытался там вот напротив меня, вот прям в упор смотрит. Я даже не смотрю в его сторону, я вижу боковым зрением. И видно, что он хочет меня как-то, ну не знаю, напугать, вот там то, что сурово сидит. Я даже не смотрела в его сторону, и потом только когда он вышел, он смотрел такой и начал улыбаться. Я такая, ну засмеялась, потому что, ну это забавно, что люди хотят доказать тебе, что ты другого цвета кожи, да, и что? Я не выбирала такой родиться, я такой родилась. Суд тоже был, ну, ужасно это все было. Суд тоже, когда все, такое ощущение, как будто это игра, понимаешь? Сам адвокат нам говорил, то, что система такая. Если у вас есть деньги, если вы сможете заплатить, то вы сможете освободить даже убийцу, даже маньяка. А если у вас денег нет, вы никак не докажете, что этот человек там не виновен, он ничего не сделал. Вот, так что, ну, сейчас папе дали 8 лет. Вот эта ручка очень хорошо подходит для того, чтобы делать глаза. Папа старается, я думаю, он старается нам не говорить то, что там... Я думаю, там ужасные условия на самом деле. Вот, он говорил то, что там расистов очень много. Вот, и он общается там только с этими, с кавказцами, получается, там с узбеками, с таджиками, каким-то. Он говорит, вот эти люди, они более нормально относятся, есть уважение к взрослым и нормальное обращение к человеку, говорит. Там, конечно, очень много есть людей, которые просто ненавидят там кавказцев, ну, людей, у которых темная кожа, так можно сказать, грубо звучит, но так. Вот. Я думаю, просто он не говорит, насколько ему там сложно. Ну, думает о нас, чтобы мы не волновались сильно. Вот. В общем-то, мерзко. Если вот так будет, любой национализм может уверенно совершить это преступление. Они будут уверены, что их судьи в этом стране, прокуроры их будут в их пользу будут принимать решения. То есть, да, они уверенно будут опять совершать такие преступления. То есть не боятся, что такое 2500 долларов. То есть, да, зато порежу печень человеку, сломая жизнь, то есть, да, он испугается, убежит, увидя этого, другие тоже разбегутся, то есть,
будут бояться, всю жизнь будут в страхе жить. То есть, да, русские могут спокойно убить меня, то есть, да, в таком страхе могут жить. Ну, вот, думая вот, с такими мыслями, они будут совершать еще такие поступки. То есть, да, это не решает проблему в России национализма, то есть, да. Когда российская политика, российская Госдума из высокого трибуна, из Госдумы говорили против мигрантов, ну это абсурд. Даже логический вопрос иногда у мигрантов, у простых узбеков, таджиков говорит, ну почему это Жириновский против таджиков, узбеков говорит, пусть нам визу закроет, говорит. А простой таджик, который кирпич носит, даже он правильно вопрос поставил, сказал, ну, если мне не нужны, говорит, запрещайте, вы ворота открыты ставите, говорите, приезжайте, приедет сюда таджик, узбек. А потом говорите, вся беда за таджика, за узбека, за этих мигрантов. Наши деньги, наш хлеб забирает. Хотя это не так совсем, это наоборот. Это народ, именно гнили трубу, их вот развалины дома восстановили в центре Москвы. Построили сити, вот это называется, Москва-сити. Это кто построил? Это узбеки, таджики. Мы имеем право его продавать и раздать этому бесправному народу это. Это построено, это сити, Москва-сити, за труд узбеков-таджиков. Я помню, я ездил туда. Они по тысяче узбекам, таджикам не заплатили эти фирмы, там всякие были. Всех вызывали ФМС и их депортировали. Они сначала, вот это незаконное нахождение узбеков, таджиков, сам власть был заинтересован. Понимаете? Чтобы обвинение ставить. Вот и незаконно. Знает, что он незаконный, если ходит 5-6 месяцев, он работает в стройках, он строит дорогу. Они построили дорогу. Это благодаря, это армия мигрантов, армия бесправных мигрантов, армия узбеков, таджиков, мигрантов, за счет это построили. Дома, а когда надо им зарплату платить, их вызовем ФМС, их просто депортируем, все, зарплату даже не будем платить. Hay una parte ínfima, muy pequeña de la sociedad que sí, que puede tener esos sentimientos. Pero ese es su problema, esos son sus complejos, no los míos. Este es uno. Ocho. Haces. Uno. Pausa. Люди чаще, наверное, радуются, нежели как бы злые, потому что особенно если там сделаешь прическу какую-то, они видят просто твои волосы. Ну, для меня это естественно, и казалось бы, ну что в этом такого, кучерявые волосы, а они все смотрят прям, какие у тебя волосы, какое вообще, ну, всем нравится. Меня иногда даже это злит, почему вы на меня смотрите, почему, что во мне такого, мы живем в 21 веке, все вокруг, ну, все разные, все равно. Всем нравится. А ее надо поцеловать? Должен быть кадр, где ее целуют, а то я могу исполнить это. Советую. Почему? В двух дублях только. Да? Да мне не страшно, я тоже помню. Постоянно меняем что-то. Todo el mundo puede pensar, demonizar a Rusia, no sé qué. Yo que he vivido aquí, no es tan feo, no es un demonio, no es tanto nada. No es tanto.
Mira, ¿por qué los polacos son los más mal remunerados en Alemania y en Inglaterra y los lituanos? Eso no es racismo. Eso también es racismo. Y no pasa nada. O sea, en todos los lugares. Aunque sea un lituano, ingeniero, profesor, no sé, doctor en ciencias, es taxista. Así que eso existe en todos los lugares. A mí, que no me vengan a decir que no, que eso solamente... No, eso en toda la sociedad existe. Así que... Я, конечно, понимаю, почему у многих, особенно русских, я не знаю, в других странах как, такое мнение про кавказцев. Да, кавказцы, они, у них, так сказать, горячая кровь, да, и они могут, да, там, вспыльчивые люди, вот, они могут там, не знаю, вот даже у нас в семье, когда мы что-то там обсуждаем, какую-нибудь тему, да, вот, ну, естественно, мы не деремся, вот, но у нас обсуждение идет такое на очень громких тонах. Ну, как, ну, можно нас сравнить с итальянцами. Ну, я не знаю, я, по крайней мере, говорю про армян. Вот, нас можно сравнить с итальянцами, потому что мы начинаем обсуждать эту тему на громких тонах. Там, ты не прав! Ты не понимаешь, что ты, вот, вот это можно вот сделать вот так. Потом мама начинает на меня орать, там, брат на маму, там, не знаю, сестра на меня. Вот, и у нас вот идет такое общение, а со стороны, например, если, не знаю, мои друзья, да, там, смотрят на нас, они смотрят с такими испуганными глазами. Они думают, что мы сейчас убьем друг друга просто. Но это, естественно, не так. А то, что у русских такое мнение, что кавказцы любят там драться и все такое, да, есть, конечно, огромные минусы. И когда приезжают сюда, я сейчас только говорю про армян, про другие национальности не буду говорить. Вот. Да, когда приезжают сюда, есть много людей очень приезжают сюда, которые... Я не хочу, конечно, оскорблять свой народ, но не очень образованные. И они не ведут себя корректно. Вот. И очень много армян на улице, я тоже видел это все, как они себя ведут. Очень некрасиво со стороны. И для меня это тоже некрасиво. Но очень много идет такое мнение про... Исходя, ну, как сказать... Вот, например... Ты идешь по улице, и ты видишь, как там армянин либо ругается, либо дерется с каким-то человеком, да? Говорит какие-то плохие слова кому-то, и у тебя сразу появляется мнение не о человеке, то, что вот человек не образован, да, не воспитан, ведет себя таким образом, а у тебя сразу идет то, что, ой, армяне такие невоспитанные, они вот на улице вот ведут себя так. Народ целый нельзя судить, взяв только одного человека. Это пропаганда, которая средства массовой информации делает со стороны власти, то есть, да, вот это, что мигранты, мусульмане плохие, мигранты плохие, вот такие, это уже накопилось на голове этих людей, то есть, да, они
смотрят на нас ненавистью, даже в больнице, когда меня привезли, то есть нагло начали, как только доктор меня увидел, говорит, дайте ему иголку и нитку, пускай сам зашьет. Я удивился, я тут на него смотрел, вроде нормальный человек, то есть, и начали грубо со мной обращаться, что-то там начал давить там сильно там на рану, я говорю, осторожно, то есть, да, но потом потом что-то положил, тяжело было, я говорю, вы что там положили, я говорю, тяжело мне, говорю, он говорит, плов тебе положил, ну, зная, что я узбек, то есть, да, он начал издеваться, он говорит, плов себе там положил. Потом я тоже, я был возмущен, то есть очень удивился. Я в таком тяжелом положении, даже врачи надо мной издеваются, то есть. И вот и еще вышла там старшая такая какая-то там, ну, начала то есть грубить там, орать, кричать, то есть, да, что ты там, туда-сюда. Что ты делал, начала уже узнавать там, почему так получилось. Я говорю, вот так получилось, националисты порезали. Он говорит, нет, сам ты виноват, начала вот так, вы узбеки такие плохие там, вы не русские, вот так начала разговаривать, я удивился. Говорит, узбек, говорит, вот моего близкого убивал, говорит, вот так. Я говорю, хорошо, если узбек убил вашего близкого, я тут при чем? Не все же плохие, узбеков тоже убивают каждый день, ни одного даже убивают, скольких убивали, то есть, да, это же не значит, что все русские плохие, то есть, да. Нет, там вы плохие, вот так. Я говорю, я вопрос задаю, вы что, тоже националистка? Врач, она говорит, а как же, говорит. То есть она не скрывает свои националистические понятия, она открыто признает, что она ненавидит нерусских, то есть, да, врач даже. Вот я в таком положении, я в шоке был. Я лежал под наркоз уже давали, я уже засыпал, я уже в таком состоянии был, что чувствовал, что эти националисты сейчас что-то смогут, ну, что-то мне со мной сделают, то есть, да, от одних националистов еле убежал, попался на других, то есть, да, это в ужасном таком состоянии был. Я уже, то есть, как говорится у нас по-мусульмански, там, этот, перед смертью говорится вот это слова калима шахада, то есть, да, я начал вот это повторять, я в таком состоянии, как будто сейчас уже умираю, то есть, да, от этих рук националистов. Ой, наши жизни изменились кардинально, потому что не понимаем, сейчас находимся вот в непонятном состоянии. У нас какой-то у всех какой-то хаос внутри. Мы не понимаем, что мы должны делать, как мы можем действовать, например. Потому что, получается, наша всеобщая цель в семье, как можем освободить отца, чтобы он так долго не сидел. Вот. Но с таким, ну, как бы, и с моей зарплатой, и с зарплатой брата, как бы, мы не можем, как бы, ему помочь никак. А так, конечно, жизнь очень изменилась, но в этом есть и свои плюсы. Потому что ты становишься более сильным человеком после таких случаев. Ты понимаешь, в какой стране ты живешь, и то, что надо быть осторожным очень. Потому что если, например, тут ты попадешь в руки полицейским, это ужасно. Потому что закона нет. Это очень страшно.